что такое TEDx? Это, прежде всего, сообщество людей, открытых ко всему новому, которые стремятся узнавать и делать новое, вносить свой вклад, развивать то место, где они находятся, ну и, как сейчас модно говорить, делать мир лучше. Здесь в буквальном смысле они делают мир лучше. TEDx Харьков – это конференция, которая этих людей собирает вместе, как непосредственно практиков, которые что-либо делают, либо тех, кто выдумывает новые мыслителей, так и тех, кто этим интересуется. То есть они еще ничего не сделали, но они ищут себя, они ищут способ приложить свой талант, свои умения, свои знания. Приглашаю вас в команду TEDx Харьковский, и если интересно, в кафедре медиакоммуникации мы видим возможного партнера, именно как в части учебного заведения, одного из самых крупнейших в Харькове, которые бы нас поддержали бы именно в плане продвижения, поскольку кафедра медиакоммуникации, название говорит само за себя. Поэтому мы ищем здесь и идеи для себя, и мы ищем тех, кто нам бы помог бы реализовывать свои идеи, либо же дал бы нормальную критику тому, что мы делаем, поскольку мы не профессионалы в этой области, мы это делаем путем пробы и ошибок, и нам важно участие людей, которые в этом являются профессионалами. Вот потому кафедра медиакоммуникации.